собирать могут против квантовых воинов, они хорошие воины. Отлично. Пусть покажет тебе свою вселенную и виды жизни в этой вселенной своей. Они показывают мне не вселенную, они мне показывают комп квантовый. Большой такой, огромный, откуда они вышли. Это показывает. Он здесь, этот столб? Нет, он не здесь. Он подключен к какому-то очень мощному источнику. Но примерно как у нас Луна и планета есть. Они говорят, что это не спутник, это ядро, которое обладает мелкой какой-то оболочкой. И достаточно сильный компьютер большой. Ну, хорошо. Хорошо. Разберемся с этим компьютером позже. А откуда появился компьютер? Они говорят, что это их творец. Но творца тоже кто-то сделал. Да, у творца есть царь. Угу. Тот, кого они так называют. А как он выглядит, царь? Он не похож на них. Угу. Он сделал их таким, чтобы его их воспринимали уродливыми. Чтобы он был царь. Царь похож на меня чем-то, на каком-то глубинном уровне. Похож. Тантала, подожди, на кого больше похож, на меня или на Тантала? Нет. Ни на одного. Красно-черного покажи. Хорош. Это он, царь? Похож. Нет. Где-то есть кон, с которым еще предстоит вести отношения. Вообще весело. Ладно, пусть показывает, что еще могут. Покажи им Рой, эти мелкие компьютеры. Обтекается их форма. Любой предмет захватывает, заглатывает. Любую квантовую сущность победят, говорят. Могут сферы разорвать, если хочешь, говорят. Могут наводнить Вселенную всю полностью. Скажи им сферу и наших квантовых помощников, скажи, это друзья, союзники. Весь перечень. Я говорю, что все, кто есть в нашей Вселенной, квантовые, все союзники. Вот показываю вот тех, кто у нас есть. Парикмахер, всех-всех. Пусть сфера ознакомится всем списком. Покажи кораблики и скажи, это союзники. Плохо. Почему? Не знаю, или хотели захватить? Не надо. Это союзники. Плюс покажи синих и песочных теперь уже. Это союзники. Как-то они странно на синих посмотрели, но ничего не сказали. Подозреваю, что когда-то служили царю вместе. Надо еще предстоит выяснить, в каком виде там был красно-черный. Разберемся. А, показывай кубы. Финки их боятся. Из кубы. Да, финки тоже хорошие, естественно. Но они их боятся. Угу. Вон к тебе все прижимаются, те, что рядышком.
некоторыми страшными молниями колет. И показывает все, что на Земле, это цели. И компьютеры, вообще все. Самые большие компьютеры на Земле. И покажи кубы, квантовые компьютеры, черные. Это цели. Уничтожить. Скажи обычные суперкомпьютеры. Стеллажами где? Понятно. Тоже уничтожить, закоротить, сжечь. Любое оружие, взрывы и все что угодно. Покажет, что мог оттянуть. Орбитальная группировка спутников над Землей. Уничтожить. Закоротить физически, сделать, чтобы сгорели, упали. Странно. Знаешь, что он один, я смотрю, залез в спутник и как взорвал его изнутри. С собой. И сразу его стало штук 6 или 7, ну много. Собрал, отлично, отлично. Покажи масонов, скажи это, нужно уничтожить этот вид сознания. Роевой, разветвленный. Фи. Биологическая форма, нет, не едят. Но надо испортить связи, цепи, цепи, нейронные цепи. Это да. Вот, мозги пусть испортят. Как щупальца вот так внутрь, размешал. Да, отлично. Привет. Хотел облизать, не смог, вытер об что-то. Ничего, пока по пантеркам сверху. После них. Даже будут помогать. Где же они так долго ходили? Не пытаюсь меня царапать, но в связи с другими войнушками они очень глубоко меня пытались царапать там, где антиперитерин. Поэтому я не замечал. Только сейчас я восстановился до того уровня, чтобы почувствовать то, что происходит на уровне кона, скажем так, со мной. И вот реально вот такие понурые ряды, как по Красной площади военнопленные, когда так я настучал. Но они просто на очень глубоких уровнях работают. Пусть просканируют. Есть еще квантовое сознание, кроме тех, что я показал. Говорят, что есть. Покажи им компьютер саудитов. Да. Он работает? Да. Пусть уничтожат. И все такие пусть уничтожат. Маленькую пыль. Как угодно. Форма уничтожения на их усмотрение. Японию покажи и там, где делают эти компы. Китай, Южная Корея, Германия и особенно вишенка на торте ЦЕРН.
все агрессивные действия против меня пусть отменяют и убирают последствия повреждений. Можно я скажу, что услышал? Говорят, пошли свою шпану тебя полировать, нам не досуг таким заниматься. Круто. Ну прости, Илья, реально услышала, блин. Пацаны вояки, ладно. То есть признается, что только поцарапали чуть-чуть, ладно. И посмотрим, как работают, если работают квантовые компьютеры Лондон. Тебя дергает. О, а у тебя камера включена? Это, Я сяду культурно, подожди. Да ладно. Поздно. Ты нормально, удобно сидел и работал сегодня. Ну, тогда. Ладно. Понятно, что пол сеанса уже прошло, пол общения. Самое интересное, оно хоть когда успел. Проснулся и включил. Покажи королеву биологическую форму жизни вот с этим генотипом. Слушай, они какие-то очень агрессивные. От них таким, как, знаешь, вот как германцы шли, такой... Отлично, да. Ритм прям такой от них. Волны идут такие, знаешь, бом-бом. От немцев же не направим. Жесткий какой-то. Прикольно. Вояки пришли, а то всякую херню присылают, то носорогушку, то полка, то красавицу, что как. Ну, увидели же, хорошо увидели красавицу. Как во второй части Таноса. Слушай, никак непонятно что. Как медузы, как саранча, как что-то, чего очень много. Жесткие такие, и жвалы, и эти. И хвал. Резаки непонятные, как у жуков, но в то же время это не жуки, это что-то, да, странное. Ножики пусть режут, уничтожают. Покажи им, сама знаешь, какого раввина? Угу. Дрочливого. Хорошо. Это что-то со мной поделить. Некоторое время уже для этого убивает много-много детишек невинных. Это я ему не прощу. Покажи души таких вот, как он. И пусть я даю разрешение, он спрашивает о авторизации. Да, переть, лопнуть прямо сейчас. Даже теням не надо лопнуть. Да, 14 тысяч пока. Нет, пусть 140. Да, 144 даже не говорю. Реально, что избранные? Ну-ну, давай. Да, все 144 тысячи можно. Да, больше половины уже почти утянули тени. На пути. Это, ну, сколько есть, только и давай. Даже из души потом эту память об этой гадости не вытянуть было. Конечное уничтожение. Не перезагад.
от них. Как волна какая-то идет, не светом, а вот именно вибрациями. Да, звенит круто. А я слышу, что так, как низкие частоты, знаешь? Да, да, который убивает. Который любят масоны. Рой, мамкин. Мамкин пик. Да, разрешаю брать для пополнения энергию нашей Вселенной, включая энергию звезд. Да. Включая черные дыры. Хорошо работает. Непривычно, но хорошо. Пусть просто масса это обопачивает. Покажи им еще одну цель, а пенса и на этом станцует. Хорошо. Как-то они что-то с ним начали делать. Сначала звуком какой-то волной прям очищать. Как банан очищает, потому что круто. Как ты это видишь? Они как обсасывают его со всех сторон. Да, хороший снимает так оболочку. Кого какие ассоциации, понятно. У меня как банан, ладно. Ну. Как знаешь, вот налипли на весь вот. И... Банана, да. Вторичное все. Путь его кристаллическую роевую оставляет. Ну-ну. Мы тоже его хорошо поковыряли, но он как-то держал. Как приклеенный. А, вот внизу, кстати, да, клей. Давай, дырай. Кто-то его держал. Банкиры. Типа Ротшильд, но их несколько. Губалист, все понятно. Холодной сваркой прикрепили. Скажи, Ротшильд, кстати. Дополнительная цель. Он какой-то тоньше, тоньше, тоньше становится после того, как они его... Вот реально, знаешь, как мороженое обгрызают или вот... Не знаю, что они это делают, но он становится тоньше и тоньше. Ротшильда. Ага, хорошо. Это? Этого, да? Да. Иисусика. Угу. Иисуса. Угу. Мониторь спутниковую группировку, что они с ней делают. Я не знаю, как это описать. Они просто выводят его из лада таким образом, что один какой-то проникает внутрь, он как-то там увеличивается, и изнутри его просто разрывает этот спутник. Процентов, по-моему, уже нету. Сколько процентов? За минуты. Охереть. Да, они работают хорошо. Покажи нашим опекунам, генералу, пусть учится. В сфере скажи, вот, учитесь. Реально. Круто. У нас детский сад с лопатками, а не генерал. Просто-напросто. Куличик его.
Бомбардировки всякие, спутники. Детский сад. Просто реально учится и повторяет. Как-то они странно работают так, знаешь, как вот если смотреть киносъемку, да, задом наперед ее проматывать. Иногда так показывают в фильмах, что там 10 лет прошло, 20, вот так жух и отматывает. Да, как меняется все. И так я вижу, от них меняется все. Раз они как слой за слоем разрушают, разрушают. Круто. Как-то да. Показала? Да, Церн показала. Пусть забирают всю энергию. Скажи, что вкусного найдут на земле, пусть забирают. Пентагон. Он сейчас не наш, так что пофиг. США и Байдена, и кто за ним. Говорят, что неэффективно большее дробление сил. Хорошо, пусть заканчивают то, что начали. Да. Мы просто показываем цели на будущее. Да. Правильно, если какую-нибудь из этих целей закончат, они же могут перейти. Да. Блин. Чё? Они как-то определили, что я... Нормальная переводчик. Всё. Хорошо работает. Покажи Луну. Скажи, там есть квантовое что-то? Сопротивление есть? Генератор какой-то. Нет, аккумулятор. Аккумулятор нейтрален либо против нас? Как-то странно, против вас, но не против других людей. А, да, все понятно. Ну, против, скажем так, продвинутых. Ладно, пусть покажи нашей сфере. И пусть разбирает. Что это такое? Да, хорошо. Хватит пока. Да, все, конец связи. Заканчиваю. Завтра новый конец связи. Новый сеанс, в смысле. Заканчиваю.